Сопредседатель Европейского свободного альянса и группы зеленых в Европарламенте Ребекка Хармс заявила, что якобы Николай Азаров, Андрей Клюев и Сергей Арбузов владеют паспортами граждан Австрии. Такое заявление она сделала во время своего выступления в Страсбурге. Клюев, Арбузов и Азаров – те люди, на которых лежит вся полнота ответственности за террор и насилие в Украине, являются обладателями паспортов Австрии и могут свободно посещать страны Европейского Союза, сообщила Хармс. Кроме того, Хармс призвала Европейский Союз ввести санкции против украинских чиновников, которые несут ответственность за применение насилия по отношению к мирным протестующим в Украине.